Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео мы поговорим, как тренировка может убивать ваши мышцы. Если дыхать недостаточно, выполняя избыточные тренировочные объемы, то мышцы забиваются, становятся каменными, потому что в них копятся ионы кальция, которые отвечают за их сокращение. Активируются кальпаины, которые запускают протеолиз, разрушение белков, провоцируя патологическое состояние рабдомиолиз. Для того, чтобы этого избежать, не теряя тренировочный объем, пока мышца отдыхает после подхода, можно проработать другую, как вариант. Если от подхода к подходу сильно падают повторения или рабочие веса, то стоит увеличить отдых или закруглиться с тренировкой. Со временем тело будет более выносливым, сопротивляясь забитости мышц. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!